Теперь подробности авиаинцидента в Тюмени, где пассажирскому самолету пришлось совершать экстренную посадку без колеса на одном из шасси. Боинг авиакомпании «Ямал», на борту которого находились 152 человека вместе с экипажем, направлялся в Новый Уренгой. Но из-за поломки, о которой, как выяснилось, сообщил один из пассажиров, вернулся в аэропорт вылета. Предварительно пришлось кружить, чтобы выработать топливо. Молодой человек заметил то, что при взлете какая-то часть самолета отпала, сообщил запиской пилоту, то есть он не кричал, спокойно все передал, информацию пилотам, и, соответственно, за вот эти полчаса решилось то, что мы возвращаемся в Тюмень. Причину узнали, то, что у нас отпало одно колесо, ну и, соответственно, поняли, что самый страшный момент – это будет момент посадки. Но, тем не менее, пилоты справились со своей задачей на отлично. По одной из версий, колесо отпало из-за сломанного подшипника. Вместе с тем следователи проверят и взлетно-посадочные полосы. В первую очередь в аэропорту Нового Уренгоя. О том, что они были в плохом состоянии, сообщили в авиакомпании, которая принадлежит Boeing. Пассажиров отправили резервным рейсом.